Смотрите новости 16.12 чаще. Теперь выпуски выходят три раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу. Подписывайтесь на 16.12 в соцсетях, чтобы первыми узнавать о свежих новостях. В следующем выпуске мы поговорим о таком. Как Евразийский медиафорум в Астане стал площадкой для обмена опытом по убийству свободы слова? Новые попытки Акорды легитимизировать выборы. В ход пошел подкуп лидеров мнений. Участвовать в спектакле 9 июня значит идти на преступление против себя и своего народа. ДВК объявляет общенародный освободительный протест «Бастандык».